Называется 9-я рота. 9-я рота 345-го отдельного парашютного десантного полка. Вот сдвинутый столик. Это офицеры этого полка со своими женами. Спасибо, ребята, что пришли. Вообще всем огромное спасибо, что пришли. И тех, кого знаю, особенно, может быть, тех, кого не знаю. Надо иметь мужество и еще деньги. Вот. А 9-я рота, иногда, когда вот где-то выступаю, или что меня спрашивают, как относитесь к фильму? Ну, сейчас, правда, уже меньше, а года два назад, когда он вышел, я отношусь к нему плохо. Не знаю, как сами это военные там. И в основном даже не из-за того, что как снято, там есть очень хорошие кадры. Я отношусь плохо к сценарию. Бой такой был, вот вам расскажут. Но там, конечно, не вся рота полегла. И немножко в этом есть такое. А сценарий написал один парень, который в Афгане не был. Я просто знаю, когда в Союзе писателей один общий, мой друг, значит, а друг этого парня, сценарист, они вместе с детства были знакомы, он ему прокрутил эту песню, 9-й рота, он говорит, ну, если бы я слушал, я бы, говорит, написал совсем другое. Хотя, конечно, это 9-я рота, первых дней она вместе с ребятами из КГБ участвовала в штурме 20-мина и не только. Потому что тогда много объектов брали. Сидит Владимир Степанович Макарев, такой седой, как я, да? Что ты там брал? Штаб ВВС там. Ему там часовой тычет, это автоматик этот живот. Володя обиделся, значит, не отдает там. Он отнял автомат, значит, как дал ему тот скап. Вот они так иногда брали. Или это не так было, Володя?